приукрашу, если скажу, что каждый участник концерта с нетерпением ждет своего выступления. Но для одной малышки оно сегодня особенно важное. Ее зовут Беатрис Умански, и она сегодня для вас поет «Раз ладошка, два ладошка». Поддержите ее аплодисментами! Смотрите, взяла, как на стене я дожу. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя хореограф говорит, что не туда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравится хоть немножко, вы похлопайте тогда. И раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Сегодня у нее дебют. Понимаете? Вот так вот надо дебютировать на сцене.